Сегодня в меню – буэр-куйрык. Друзья, регулируйте ингредиенты на свой вкус и цвет. Ингредиенты. Соль – 0,5 чайных ложки. Печень баранья – 500 грамм. Сало – 200 грамм или курдючный жир. Это простое блюдо обязательно подают на казахской свадьбе или на сватовстве, угощая всех гостей. Вы можете дополнить его помидорами, огурцами или соленьями. Готовится оно из бараньей печени и сала. Подготовьте указанные ингредиенты. Промойте печень и вырежьте пленки. Выложите промытую печень в кастрюлю, залейте теплой водой и отварите примерно 25 минут, но не больше. При длительной варке печень становится жесткой и горькой на вкус. Примерно через 20 минут добавьте в кастрюлю промытое сало, соль. Отварите еще 5 минут до готовности. Печень пробейте ножом в самом широком месте, чтобы она проварилась и внутри. Извлеките печенку из бульона и нарежьте ее порционными ломтиками, выложите их на тарелку. Тарелку по желанию можно застелить салатными листьями. Нарежьте отварное сало и выложите ломтики сала на печеночные ломтики. Украсьте по вкусу, выложите нарезанные помидоры или соленые огурцы, корнишоны. Подайте к столу в теплом виде. Традиционное казахское блюдо готовится очень легко, но подается теплым. Поэтому не вынимайте печень из бульона, пока все гости не соберутся, иначе она потемнеет и станет суховатой на вкус. По желанию можно дополнить блюдо сметаной или другим густым молочным продуктом. Приятного вам аппетита! Уважаемые зрители, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять его на просторах YouTube. Нажмите, пожалуйста, на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видеорецепты. Поставьте лайк. Оставляйте комментарии, расскажите об этом видео друзьям в социальных сетях, кнопка под видео «Поделиться». Любой выполненный вышеперечисленный пункт дает толчок развитию данного канала. Большое вам спасибо.